Привет, ребята. В общем, мороз сегодня был под тридцатку, где-то 27 ночью. Вот просили запуск показать, снять. Давайте покажу. Запуск в смысле прогрев. Вот. Ну и, в принципе-то, и запуск можно послушать, кому интересно. Вот. Сейчас как вот движочек схватит. Так, значит, сегодня первый. Ух, ничего себе. Вот это да. Все как этот. Коробка-то. О, смотрите, как возвращается рычаг. Вот так вот. Маслице подзагустело. Она сейчас прогреть будет. Так, ну давайте посмотрим. Ой. Так, в общем, давайте-ка немножко прогреем аккумулятор. Минус 23 сейчас. Потеплее стало. А что у нас по напряжению? 11,2. Надо бы, конечно, подзарядить будет аккумулятор. Так. Так, немножко аккумулятор прогреть. Так, ну и лесовоз проедет. И будем запускать. Так, ну пробуем. Схватит? Да вообще без проблем. Вообще без проблем. Сейчас аккуратненько сцепление будем отпускать. Ну, все вообще отлично. Слышите, мотор работает. Ни стуков, ничего. Все прекрасно. Так, а по времени-то мы, в общем, 13:49. Вот. Давайте посмотрим, за какое время машина прогреется. Ну, до скольки. Ну, обычно 50, и уже можно ехать, в принципе. Вот. Ну, хотя бы до этой температуры. Значит, 13:49, запомнили, да? Я пойду обмету стекло пока. А завестись в это морозное утро не все смогли. Вот, например, сейчас только что машина расталкивали. Вот. А тут видите как. Раз и все. Даже вот аккумулятор был как бы разряжен, можно сказать, что. Хорошо. Что-то я замерз. Давайте-ка включим обогрев сиденья. Вот. Так. Ну, что там у нас? Греется. Пока еще не двинулась стрелка. 53 минуты. 4 минуты прошло пока. Включить потихоньку печечку, пусть там прогревается. Так, что я хотел еще сказать? А, да. Вот что я хотел еще сказать. Значит, по системе отопления, кто не знает, тут как-то был комментарий, очень я отвечал. То есть здесь крана печки нет у этих машин. Печка здесь постоянно, короче, постоянно циркуляция охлаждающей жидкости там производится. А распределение воздушных потоков вот чисто заслонкой происходит. То есть подмешивание там холодного воздуха к горячему — это чисто заслонка, а печка греет как бы всегда здесь. Поэтому моментально вот когда переключаем, ну в смысле этот самый заслонку открываем на тепло или на холод, то есть моментально происходит вот эта вот смена: холодный воздух пошел, горячий пошел, теплый. Также и летом кондиционер включен, то есть регулируем. И,
Соответственно, моментально меняется температура воздуха из сопел обдува. Такой вот нюанс здесь приятный. Ну, у всех сейчас современных машин, ну, вот так вот. То есть это на шнивах это было уже, это не новинка, так скажем. Чтобы быстрее... О, смотрите, все, уже можно ехать. Но я подожду, когда вот до сюда вот дойдет, до средней отметки между 50 и 90. 56 минут, друзья. То есть все, уже, в принципе, сейчас машина прогрета. Можно сказать, что... Вот. То есть нам потребовалось, ну, около 5 минут, короче. Примерно вот так вот, пока я тут болтал. 5-6 минут на таком морозе машина прогревается. Согласитесь, это хороший показатель. Вот уже тут уже тепленький воздух идет. Здесь везде тоже. Так, ну прогрею, в общем, побольше. На морозе лучше прогреть. То есть я первые как бы километры стараюсь... не отжигать, даже если температура двигателя достигла 90 градусов, все равно. То есть какое-то время надо, чтобы выровнялись все температуры там. Масло, чтобы прогрелось как надо. Вот, поэтому я обычно... О, все, сиденье хорошо нагрелось, можно включать. Кстати, тут сиденья с терморегулятором, они больше 37, по-моему, не нагреваются. Там контролируется температура, то есть они не жарят, не поджаритесь. В инструкции написано. Вот так. Вот, вот поэтому как бы я стараюсь обычно первые километры ехать спокойно, не рвать машину, да и даже первые десятки, может, километров, ну не десятки, ну километров там, не знаю, 3-5, вот так вот, аккуратненько. И эта машина вам за это только спасибо скажет. А когда все уже прогрелось, в рабочий диапазон температур все вошло, вот там уже можно и навалить где-то что-то. Это любого автомобиля касается, не только Нивы, абсолютно любого. А, кстати, вот, мультимедийка сама включилась, я не включал, на морозе. Это написано тоже в инструкции. То есть, когда просадка есть по аккумулятору, мультимедиа включается сама. Вот тоже особенность. Так. Все. Видите? Температура. Пристегиваемся. Сейчас поеду на свой участок. Надо мне там дорогу протоптать, чтобы зимой у меня там постоянная была дорога. Так, значит, а все, тут масло, вот смотрите, подразошлось. Здесь можно включить. Ну, я бы не сказал, что сильно раздатка как бы прогрелась. Да я вообще, честно говоря, сомневаюсь, что она в таком режиме как-то там прогревается. Ну, поехали. Все. Вперед. Так, ну вот, приехал, в общем, начал вот дорожку немножко наминать тут. Снег, конечно, очень глубокий уже. Вот, попробуем пробиться. Мне вот эту канаву надо было. То есть я как бы, ну, утрамбовал, потоптал. Сейчас сходу попробую взять это препятствие и зарубиться вот туда. И уже накатывать, соответственно, дорогу. Жалею, что не взял с собой лопату, ну да ладно. Ничего, прорвемся. Я думаю, что... Так, включаем... Как бы... Первую, ну, вторую пониженную я включил с блокировочкой. Вот. И, значит, сейчас даже разгон я, наверное, побольше возьму. Вот тут вот, чтобы наверняка... Сейчас попробуем. Зарубиться. Так.
единственное, там, конечно, съезд бы более сделать. А тем самым уж очень там резко ныряю. Ну-ка, попробую сбить. Ничего, так-то вообще должен пройти. Так, ну что, попробуем. Вперед. Первое миновал. Резину не травил. Пробую так прорубиться. Ну, не получится так. Не получится. Хотя мне, конечно, здесь дорожка нужна. Давайте посмотрим, что получилось. Вот что получилось. Снег вот такой вот глубины. То есть я передней губой перед себя собираю. Ну вот, в общем-то, сейчас буду накатывать дальше туда. Мне дорога нужна до дома, до стройки. Так-то гребет потихоньку. Гребет, да, не очень гребет. Блин, провалился, ё-моё, на пузо, что ли, сел. Снег-то такой рыхлый, конечно, но тем не менее, не знаю, конечно, удастся ли мне тут как трактору дорогу пропахать, но так-то вроде еду. Вроде двигаюсь. Вот видите как. Блин, она дальше проваливается в снег. Глубже. Еще земля-то не промерзла до конца. Ну, вот так-то двигаюсь, конечно. Так, вроде на пузо присел опять. Не, ничего. О, видите как? Двигаемся понемножку. Двигаемся, двигаемся. Вот, ребята, вот, пожалуйста. Чем не трактор вам это? Да, так вот. Значит, специально стараюсь вот так вот короткими перебежками, чтобы, ну, наминать, чтобы здесь.
Чуть в сторону пошел, фу, рука замерзла. Вообще потащило. Может развернуться и в колею обратно войти. Насколько стащило вниз. Ё-моё. Тащит, тащит вон туда. Под уклон. Вот сейчас тут подраскатаю. Попробую вывернуться. Не, вообще он вниз, туда. Так, а вот если блокировку отключить сейчас, ну-ка, будет тащить или нет? А вот если блокировку отключить, может и не будет. Может и нормально все будет. Лучше. Даже шанс появляется на разворот. Вы видите как? Шанс на разворот и шанс восстановить колею. Смотрим, что получится из этого. Сейчас на этой самой, на второй пониженной попробуем. Давай, давай. Давай. О, смотрите. Смотрите, смотрите. Двигаюсь. Двигаюсь. Слушайте, 5000 кручу, но я там до земли землю рою. Так, еще раз попробуем. Во, во, круто получается. Что-то получается, короче. Может, да, сейчас вот блокировку включить? Попробовать. Ну-ка. Ну-ка. Давай, 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 вылетай отсюда. Видите, двигаюсь. Ну ничего, так, ползу. О, видите как, нормально. Так, отключим блокировку, чтоб меня не стаскивало. Да, правда, с блокировочкой стаскивать начинают. И сейчас, короче, вот так вот. Во-во-во, пошел. Отлично. Сейчас войду в колею.
тащит в сторону сарайки, правда. Все, все еще. Поехали. Хотя бы на разворот пойдем. Там я никуда сзади не упрусь. Ух ты, вот смотрите, снежок, глубина. Ну, сейчас отсюда будем выруливать обратно, пытаться это сделать, по крайней мере. Накатаю, чтобы здесь был разгончик небольшой, как бы сильно, чтобы не рвать машину, и нормально. Вот так, вот так. И сейчас второй пониженный. Нет, едет. Аккуратненько, вот так, во-во, нормально. Аккуратненько получается. Попробуем сейчас вылететь. Так, сейчас блокировку, наверное, стоит включить. О! Сейчас попробуем с блокировочкой на разворот. Разворачиваемся. Ага, отлично. Отлично, отлично.
Так, в общем, вот аккуратненько сейчас раскатываю выезд. Вот видите, вот так вот. Чуть назад. Ну, в принципе, проехал. Но я, конечно, думаю, что здесь надо лопатой будет почистить все-таки, чтобы таких проблем больше не испытывать. Но, тем не менее, вот видите как. Так, вот сейчас вот аккуратненько натопчу здесь разворот. И все. И поедем с вами на выезд уже. Так, вот аккуратно, аккуратно. Я думаю, сегодня была иллюстрация хорошая проходимости автомобиля и способностей двигателя. Вот. Сейчас я буду уже в колею потихонечку въезжать. Сейчас можно было немножко как бы разогнаться и вперед, значит, дать. Но я так делать пока не буду. Мне надо быть уверенным, что я четко войду в колею. Вот. Тут видите, уже вот снег рыхлый пошел, и меня начинает чуть сносить. Поэтому мне нужно здесь аккуратный такой разворот накатать. Видите как, чтобы не буксовала машина. Вот. Вот так. Вот так вот, во. Во, видите, все. И попадаю я куда надо. Сейчас здесь буду накатывать. Все, без буксов особых. Отлично. А тут под горку уже как нормально пойду. Так, еще чуть-чуть назад. А штатив, кстати, не забыть. Ставил я штатив там, с которого снимал. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько натаптываем колею. Вот. Вот. Отлично. И сейчас я уже смогу на выезд двинуться. Вот все. Чуть аккуратненько назад, чтобы не зарыться. И вперед. И все. И я в колее. Я в колее. Так, ну что, за штативом пойду тогда. Видите, как нарыл. Да, снег, конечно, глубокий. Во. На, с лопатой сюда будет и все это дело привести в божеский вид. Ну или трактор загнать. Я уж решил сегодня так повыделываться перед вами немножко. Да и мне интересно. В воскресенье делать нечего. Можно вот похулиганить. Так, мне вот главное там через канаву проскочить. Вот это вот самое главное, потому что там место такое нехорошее. Сейчас я туда пойду и посмотрю, что можно сделать. Тут ходом надо
я сейчас вот ходом пойду, чтобы меня никуда не переставило. И вот. Здесь вот надо сюда нырять. Так. Нормально, должен выйти. Так, вот тут главное. Вот здесь главное не уйти туда, куда не надо. Тоже надо подоптать сразу. Все. Морозец крепчает. Все, вперед. Нужно свет уже включать. Кстати говоря. Так, тут, наверное, аккуратно все-таки буду. Вот так вот аккуратно пойду. А там навалю газья. И все. Хотя вообще-то уже можно вот сейчас. Прямо сейчас. На второй, наверное. Ага, вот так вот все. Сейчас вот сделают. Ага, отлично. Все, вышел. Ну все, друзья, в общем, такой сегодня сюжетик у нас с вами получился. Интересный. Показательный, так скажем. А я воздухом свежим подышал. И ничего не копал, как вы видели. То есть все чисто вот способности автомобиля были использованы. Ну, я как и обещал, я машину обкатал. Я начинаю ее эксплуатировать так, как положено, собственно говоря. Что вы и видели. Ну, на этом закругляюсь. Друзья, в общем, всем пока. До новых встреч на канале. Так, никого там нет. Добра, здоровья всем. И удачи. Ой, на этой. Отключить надо блокировочку-то. Вот так. Ну все, пока.